Чтобы спуститься в этот переход, нужны навыки скалолаза. Потихоньку по лубокам и живчане покоряют ступеньки. Они здесь почти вдвое уже ступни взрослого человека. Снежная каша ухудшает ситуацию. Сегодня здесь вычищено. Это бывает очень редко. Здесь люди катятся, извините, на попах. Главу района поддерживают и местные жители. Проходимость этого перехода большая. Рядом жилой микрорайон, торговые ряды и офисы. Особенно трудно приходится людям с ограниченными возможностями. Пандусов здесь нет, перила только с одной стороны. Покрытие тоже оставляет желать лучшего. Плиты, которые на полу, ну, в смысле, они совсем выбитые. И человек, вот у меня, например, муж слепой, он вообще запинается и не может пройти. Ижевские чиновники ссылаются на бездействие арендаторов. Места в этом переходе на Удмуртской они расхватали, как горячие пирожки. А благоустройством заниматься не хотят. Хотя, как выяснилось на месте, это не только их головная боль. Здесь есть арендатор, который обязан содержать этот весь комплекс в надлежащем состоянии. Поэтому по правилам благоустройства мы вправе привлекать организацию, которая отвечает за содержание, административную ответственность. Иванович, они будут содержать, вы им в таком виде, наверное, и отдали. Конечно. То есть другого-то вы, у вас же не было здесь все идеально. Ни пандусов не было, ни это. Да. Поэтому вы отдавали в таком виде. Они вам ничего не сделают. Я сейчас про пандусы, про перила, про лестницы. Что с ними делать было? Зима. Здесь только наши ресурсы, бюджеты вкладывать. Пока хватит только на поручни и пандусы. Их сделают в ближайшее время. Ступеньки отремонтируют следующей осенью. И, скорее всего, за счет еще одного участника. Здесь надо сделать правильное частно-государственное партнерство, чтобы появился инвестор, который вложил деньги в обустройство, где мы пропишем все, этого пешеходного перехода, а все остальное он вот с этих арендаторов или еще что-то пристроил, достроил, получал и зарабатывал деньги. По такой же схеме городские чиновники планируют обустраивать и другие подземные переходы. Анна Ковырзина, Василий Хохряков, телеканал «Моя Удмуртия». Мы сейчас посмотрим данный район.